А мне нужна улица Моросейка. И сейчас я, в общем, без помощи всяческих карт. Это все не надо, потому что так, когда ты идешь по наитию, ты можешь что-то очень важное встретить. А я уже и встретил. Я уже встретил фрагмент Китайгородской стены, который еще есть внутри метро, как я читал. Вот, и я думал про то, чтобы ее где-то найти, и я нашел ее каким способом. Я на Китай-городе вышел не туда. Вот я ее и нашел. Понимаете? Вот так. Поэтому вот сейчас я возвращаюсь к Китай-городу, там вот я подумаю, что впереди где-то Лубянская площадь, и от нее исходит Моросейка, там я зайду в магазинчики, а потом я уже загружусь в свою зеленую дверь и буду там сидеть, как ядро в стене, в этой прекрасной обстановке. Вот еще, как вам цвет? Цвет из иных миров. Как звучит новый перевод повести Лавкрафта, Говарда Филлипса Лавкрафта. Но я читал в старом переводе. В старом переводе звучало «Сияние извне». И это, ребят, рассказ, который меня поразил, напугал до мозга костей. Вон, видите, значит, в центре кадра вот эта АТС торчит, да? Такая же торчит и шкале на улице Советская. Собственно говоря, там она является офисом Марти Окомы, в котором, значит, имел такое счастье работать друг моего брата Дима Васильков вслед за своей мамой. И всегда до меня доходил слух, что, ну, они в Марти Окоме, они хорошо зарабатывают. Вот нам туда, там эта улица Моросейка, я почти уверен.